Оськиной знакома многим саровчанам. Редкие городские праздники обходятся без участия ее воспитанников. И несмотря на то, что Ирину знает как профессионального педагога по вокалу, она признается, что заниматься творчеством стала не сразу. Поначалу отдавала предпочтение спорту, журналистике, а уже после поняла, что хочет стать вокалисткой. И, как показывает практика, профессию выбрала правильную. Я как человек сложилась, я счастливый человек. У меня очень много учеников, любимых моих учеников, родители замечательные. Мы выходим на сцену, мы должны нести самое доброе, самое хорошее в сердца людей. Ирина Оськина вырастила не одно поколение вокалистов. Ее воспитанники выступают на различных площадках города, завоевывают места на престижных международных и всероссийских конкурсах. И это лишь малая часть того, чем может похвастаться педагог. Сегодня Ирине Оськиной вновь вручили благодарственное письмо. Когда вручается благодарность любого уровне, это всегда хорошо и всегда это примечательно и тепло к сердцу. Всего в этот день награды получили 22 работника культуры. Среди них музыканты, библиотекари, методисты, работники музейного комплекса. Все они внесли огромный вклад в развитие культуры в Сарове. Для многих работников их профессия – это образ жизни. В этот день хочу от всей души поздравить всех работников культуры города Сарова с их замечательным праздником. Пожелать им только успехов, только ярких достижений, только очень таких ярких эмоций. И чтобы и они сами, и дети радовали своими выступлениями, талантами всех наших горожан и всех жителей нашей большой страны. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.